Что за великолепная белорусская разработка? Первый белорусский электромобиль, Родстер. Когда уже будет полностью готов и можно будет покататься самостоятельно? Может быть, в массовое производство пустим? Ну, я вам точных цифр не назову, но в ближайшее время мы его собираемся как бы кузов сделать, покрасить, обшивку сделать. Какой здесь мотор стоит? Какая мощность? Мотор здесь 80 кВт стоит, разработка могилевская. Даже реально белорусский электродвигатель. От лифта, что ли? Могилев, лифт, Маш? Не, ну они, конечно, лифты разрабатывают, как бы, но это специальная разработка. А по батарее? Откуда вообще она и сколько здесь киловатт-час? Киловатт здесь, наверное, 60. 120 ампер-часов. Вероятно, из Китая что-то привезённое. Ну да, скорее всего, что-то из Китая. Или вы Теслу разобрали у себя? Нет, там в подвале? Нет, не разбирали. Есть экран, на котором показываются автомобильная скорость, обороты двигателя, переключение передач, драйв, реверс, нейтраль. Сама машина сделана из стекловолокна? Волокна, да, все верно. В принципе, у нас научились. Ну, как видите, она вполне себе неплохо выглядит, как бы, и обрабатывают тоже неплохо. Дверные карты будут и, возможно, какой-то материал, еще неизвестно какой. Какая максималка была? Ну, мы до 140 точно разгонялись, больше не хотим пока. Даже дуги безопасности есть, я так понимаю, что если перевернется, то вы спасены будете. Ну да, конечно, плюс... А, только ремней нет. Плюс туда еще будут ремни подстегиваться.